Именинник всюду появляется в ритме танца, на утренние шоу и на вечерние. На автопате он совсем расправляет крылья. В 65 у Джона Траволты только добавились новые танцевальные па. А сейчас сделай это еще раз ради меня. И сегодня Джон продолжает посылать те самые воздушные поцелуи из фильма «Криминальное чтиво». С неожиданным поцелуем Скарлетт Йоханссон на Оскаре и вовсе стал любимчиком в интернете. Пользователи сети добавили ему рук, чтобы еще сильнее стиснул Йоханссон в объятиях. Джону свойственно непроизвольно рождать такие фирменные жесты и позы. Сцена из «Криминального чтива», казалось бы, самая обычная, обросла фантазией. Где еще Траволта может так застыть в недоумении? И ты помнишь все эти шутки? Определенно, семье весело с Джоном. В этом году еще одна дата – 30 лет. Они вместе с женой актрисы Келли Престон. На Каннском кинофестивале появились с детьми – дочерью Эллой и сыном Беном. Многие друзья Траволты развелись. Он говорит, Келли удивляется, почему я ее еще не бросил. Отвечаю, не мечтай. Если есть желание вспылить, Джон садится в самолет и взмывает вверх. Сам за штурвалом. В небе успокаивается. На свою вечеринку в честь 65-летия Джон обязан спуститься на землю. Ведь на земле он так феерично двигается. Спасибо.